За Любу бельмо. Как раз Димка просил рассказать пару слов. Я только за него что знаю, что в 53-м году он освободился с Колымы вором. Но потом он приехал в Минск, посмотрел это. А он знал, на Колыме сучьи войны идут. Короче, он тихонько женился в Минске. И стали в Калининградской области, там они шабашничать, малярку белили, красили, короче, до 90-х годов нигде он не высовывался, а потом к нему подходят там минские бродяги, короче, говорят: «Лёва, мы слышали, что ты вор в законе». Он говорит: «Ну, как бы да. Ну, короче, и у нас вот тут общак собрался тут». Ну, и ему денег. И он попёр знакомством в Москве. Всё, нахрен ему надо, малярка это. Он шабашка. И, короче, он стал налаживать связи свои, старые и новые, новых друзей. Тут Бирю подтянул и покатило. Лёва опять вор, бля. Ну, я как с ним общался близко очень. Он такой гнилой человек был, бля. Он мне говорит: «Валера, если меня спросят, вор или не вор, я скажу нет. Короче, сейчас новые времена, можно». Я думаю, я ему говорю: «Лёва, как ты откажешься от своего имени? Да это менты, ментам можно сказать, что хочешь, короче, в таком роде». И он уже стал хитрить. Я видел, как он с Бири общается. Вся эта гнила. А в то же время с ним был Изик, такой карманник, гершатор минский. Он мне говорит: «Валера, говорит, если они тебе, Либири, Лё, будут что-то говорить сокровенно, никогда не бери во внимание, потому что они потом откажутся, а тебя сделают виноватым». Я понял, Изи. Короче, я это и сам видел, что это еврейская хитрость, она никому не надо. Мы и так встречались с его женой Репиной. Надо ей помочь. Я вещи с Москвы заведу в Минск, то да сё, с Лёвой встречусь. Ну, короче, ни больше, ни меньше. Вот на таком здравствуй. Хотя он мне наобещал там золотые горы, но я особо не слушал это. Вот так.